Что-то сложнее пошло. Гарри, где же Крестраж? Призрак Елены Когтевран. Она сказала, диадема здесь. И я это чувствую. Это моя палочка, Поттер. Не думаю. Теперь она моя. Хочешь вернуть? Отбери силой. Давай, Драко! Не тормози! Кончай с ним! Грудь! Ага. Берегись, Поттер! Тебе конец! Не дали стрелять. Гарри, ты как? Порядок. Но нам нужно быть начеку. Давайте найдем эту диадему. Сомневался в Аранде. Ты говорил, что ты лучше. Остолбеней! Если бы мама тоже поехала, она бы мне помогла. Миран, останови где-нибудь. Пусть мама перейдет в машину. Ты можешь уже не прятаться, Блэс. Поттер, ты у меня кое-что стащил. Лучше тебе это вернуть. А чем тебе не нравится нынешняя палочка? Это палочка моей матери. Мне не подходит. Ты не привыкай к моей палочке. Недолго тебе с ней бегать. Я хочу на тебя говорить, старик. Но у нас тут очень неприятная компания. Не видно ли, где этот диадем? Не похоже, что она где-то рядом, но мы вроде идем в нужном направлении. Рун, ты знаешь, что такое диадем? Гермион, конечно, нам не знаю. А? Это... Слушай, почему он нам не ответил? Что мы ищем? Почему не поговорил? Мы сейчас сложнее всех нашему папе. Он очень устал. Совсем с нами не говоришь, да? И мы ему уже папа совсем не смотрит, верно? Ну, не надо, дедушка посмотрит. Верно? Он так хорошо умеет рассказывать. Идем. Я так не мог, что он же Поттер, ничего не убит. Здорово, Поттер! Стой! Не круши тут все! Эта диадема вроде важная штука! Ну и что? Темному лорду нужен Поттер! Зачем ему какая-то диадема? Взял, подсказал, что они будут везде, в темных углах. Бабушка! А если... Что такое? Бабушка? Поттер пришел сюда за диадемой. Думаю, если это что-то значит, что... Это значит! На кого волнуешь, что ты там думаешь? Ты мне больше не указ, Драко! Что-то свои какие-то распорти. Импедимента! Смешно. А нет, поднялся. Бессмертный какой. Это, кстати, вручья комната. Это же... Экспульсо! В том городе такая же. Есть место! Должен был прикончить тебя еще тогда! Хотя и сейчас, не поздно! Мы собираемся отдать тебя темному лорду, Поттер! Вот тогда ты попляшешь! Это же этот... Сандро.
по звучке. Да, и Гойл, похоже, опасен. Ладно, сейчас уберу. Даже когда он за вот держится, такой взгляд злый. Кто сейчас сам уничтожит всех. Экспульсо! Нет! Ты еще не вернул мне палочку, Поттер! Проваливай, Малфой! Выпустил палочку. Да, хлебал ты свою палочку, бля. Дай палочку, ты уже палочку отдай. Это моя палочка. Стой! Темному лорду он нужен живым! Ой, да. Экспульсо! Страж здесь, в комнате. Нужно его отыскать. Я и без Блэза с Гойлом добуду то, что мне нужно. Жалкая похвальба, Драко. Ты не только Гойлу и Блэзу надоел, но и нам. Прикинь, какое единодушие. Найс. Почему они не вижу ликования? Как нелепо ты маршаешь. Вот так! Лёжа, тебе там удобно разговаривать? Я же говорил, что достану тебя! Можешь забыть про эту свою диадаму! Да, забудь об этом! Драко всегда был слабаком в таких делах! Но мы с Блэзом тебя поймаем! Зачем ты беспокоишься? Что ты просто приходишь? Да. Назад!
Что там, сидят просто. Да что-то там... помощники эти? Вот этот вот сидит. Она еще что-то он пытается помогать. Этот сидит, смотрит. А теперь уходим! Бежим! Гойл огонь наколдовал! Горящий объект. Ловушка! Рон, на метлу! О, тут полиция. Стой! А как же они? Если мы тут умрем, я тебя убью! Бойл, как же так? Да, сначала друг друга хотели поубивать, хотели просто все вместе полететь. Такой нелепый Григор. Всегда пожалуйста. Это змея. Нагайна. Она последний крестраж. Там была змея и Волан-де-Морт. Где они? Они в лодочном сарае. Где они? А, где-то в лодочном сарае. Ну вот, может, последний. Бой кипит по всей школе, Гарри. Я не знал. Иначе я бы не была с вами. Здесь небезопасно. Нам лучше поспешить. Ради тебя и сына, ты же знаешь. Ты не стараешься ради Умута после того, как он родился. Ты изменил себя, а ты сунула в чувство мести. Ну, здесь музыка нравится, когда спокойно, прям чувствуется дух, что идет война в школе. Ой-о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 й-
Чё я только что сделал? Перемещаться. Поттер, не упустите его! Я его вижу! Берегись! Куда вам против нас, пелюзга? Вы с непривычки еще заблудитесь. Остолбни! Так им, Гарри! Я опережу темного лорда! Я убью Гарри Поттера! Привет, Андрей. Вперед! Ваши профессора больше вам не помогут! Скоро мальчишке конец! Чё, я так раньше не мог. Как он сейчас кончился. Вспыхни! Бросай палочку, малец! Импедимента! Хорошо попал, Гарри! Ещё бы. Вот, чё он там говорил? Прекрасно, Гарри! Вниз! Сюда! Вот они! Да идите! Чудо, напарники! Вы не победите! Да ты что? Деваться некуда! Темный лорд хочет сам убить. Он здесь! Назад! Что вы все против меня? И ты тоже. Надо тебе туда идти срочно. Надо попробовать, иначе мы в ловушке. Главное себя не выдать. Иди, иди, ёпкалышный. Как все сговорились. Мя-мя. О, нет! Весь Хогвартс превратился в поле боя. Похоже, все, и ученики, и профессора, пытаются выиграть для нас время. Вон, на той стороне! Тебе некуда бежать, Поттер! Отличный совет. Вниз! Темные искусства не пройдут!
Проваливай! Иначе мы в ловушке. Главное себя не выдать. О, нет! Весь Хогвартс превратился в поле боя. Похоже, все, и ученики, и профессора пытаются выиграть для нас время. Вон, на той стороне! Гарри вам никогда не достанется. Как ни старайтесь. И неплохо старается. Эй! Полегче! Да снайпер, да снайпер. Вложение мальчику — это приказ темного лорда! Будьте все время на чеку. Хогвартс не возьмешь! Кто? Рон Уизли. Сволочь. Ты опять отсюда. Убирайтесь из Хогвартса! Не себе. Останови меня! Он здесь! Как вообще позволили ему здесь быть? Иначе мы в ловушке. Главное себя не выдать.
О нет! Весь Хогвартс превратился в поле боя! Похоже, все и ученики, и профессора пытаются выиграть для нас время. Вон! На той стороне! У темного лорда больше. Остолбеней! Что у него большие? Тебя прикрыть. Попроще, но похоже, у меня все-таки получилось. Почти все. Вот они, голубцы. Не упустите их. Гуще прошли.
Я думал, все закончилось. Часть дела уже сделана, но кое-что осталось. Уже почти готово. Вот они, колонки. Не упустите их. Гарри, они зашли сзади. Да, спасибо. Не делайте глупостей! Ты тихо. Помните, темному лорду Поттер нужен живым! А остальные? Остальные? Поттера брать живем! Взять их! Ну же, ребятки! Темный лорд приведет нас! Спокойно, парень! Вы с непривычки еще заблудитесь. Увлеклась. Я его поймал! Разберитесь с ними как можно быстрее. А собачья будет делать чипить. Импедимента! Четко сработано! Ну ладно, не видно, что я сделал. Чё, она опять улеглась? Это же Гарри Поттер! Вспыхни! Мы знали, что ты придешь, Поттер. Остолбенеет! И Крипинус додалось! Мы вас цапаем! Лучше сдайся! Не с места! Я знаю! Тоже, много чего. Старайтесь!
Та дверь должна вести на мраморную лестницу. Отлично, мы можем там спуститься. Судя по всему, как укрытие сделали, что-то будет. Чесноки дверь не могут увидеть. Здесь зим. Экспульсо! Голыми руками Хогвартс не возьмешь! Пэт будем взять мальчик. Вспыхни! Где мой сын?
столбенение! Экспульсо! Экспульсо! Круцио! Поттер нужен темному лорду живым! Он здесь! Тетрификус Таталус! За углом так стоит. Пугаете. Круцио! 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 Импедимента! Я вижу его! Вижу мальчишку! Бросайте палочки на землю! Вставайте! Ловите мальчишку! Это приказ темного лорда! Импедимента! Остолбенеть! Мы тебя заждались, Поттер! Не будьте кретинами!
Хватит трепать! Остолбни! Бросай палочку, малец! А он это кидается, Авада Кедавра. Да, он зеленый пинт кидается. Импедиментом! Защищается постоянно.
чудовище! А что я сделал только что? Я его спыкнул. Попробуем взять ее живьем. Живьем хотел бы взять. Никому не причинишь зла. В конце так смешно. Надеюсь, у Гермионы все в порядке. Да. Наше дело спуститься к лодочному сараю и ждать там. Последнее. Да. Она наверняка нас догонит. Опять пожиратели? Думаю, ты прав. Если Волан-де-Морт тоже внизу, лучше нанести удар, не дожидаясь, пока не нас заметят. Как-то вместе получилось. Вот он! Метка! Поймал! Бей их! Так им!
уже последний. И нам осталось немного, мы уже почти на месте. Тише, а то мы себя выдадим. Эй, ребята, подождите. Что с этой палочкой? Вы весьма успешно колдовали бузинной палочкой, повелитель. Мальчишка скоро придет, и она не подведет вас. Она повинуется только вам. Бузинная палочка принадлежит убийце ее прежнего хозяина. Ты убил Дамблдор. Пока ты жив, эта палочка не до конца моя, Северус. Повелитель. Убей! Возьми мои воспоминания. Глаза, как у матери. Но она мертва. Ее сын жив. Если вы любили Лили, защитите его. Маловероятно, что юный Малфой преуспеет в вашем убийстве. Не преуспеет, и темный лорд обратится к вам. Проклятие забирает мою жизнь. Но именно вы должны меня убить. Лишь тогда Волан-де-Морт будет вас уверен. Нужно кое-что открыть Гарри, когда Волан-де-Морт ослабеет. Лили заслонила с собой сына, и убивающее заклятие срикошетило. Осколок души Волан-де-Морта проскользнул в единственно уцелевшее живое существо. Гарри. Значит, придет время, и мальчик умрет? Да, и убить его должен Волан-де-Морт. Кажется, у нас получается. Там погиб Люпин и Фред. Честно, девочка. Гарри Поттер! Обращаюсь прямо к тебе. Приходи в запретный лес и встреть своих сынов. Приходи, и кровопролитие прекратится. Хорошо, приду. Свихнулся? Нет! Так, так нужно. Убейте змею, и крестражам конец. Он станет смертным. Это типа новая миссия. А я начинаю понимать, что к чему. Весь собак запишли. Итак, осталось сделать только одно. Сказать «остолбеней». Остолбеней! Здесь собой крип. Четыре лава. Четыре лава.